иные личные вещи просьба сдать в индивидуальный конверт. Хороших, легких заданий. Будьте внимательными. Министр, депутат, журналист, бизнесмен. Это битва умов. На кону звание знатока отечественной истории. Впереди металлоискатели, рамка и волнение. Особенно у тех, кто сдает ЕГЭ впервые. Сегодня увеличилась конкуренция, сегодня дети уже борются за свое место под солнцем. И, в принципе, это хорошо, что есть конкуренция в этом, но просто не надо доводить все до абсурда. Надо спокойно подойти к этому, к тому, к чему шли 11 лет, сдать на то, что ты рассчитываешь. Но в итоге понять, что это не конец света, есть, в общем-то, альтернативы. Например, пересдача, как у обычного экзамена. Но сегодняшние участники акции, уверенные, не провалят. Испытания ЕГЭ проходят известные люди города. Министр образования Максим Костенко, краевой депутат Иван Мордовин, Евгения Боровикова, журналист Юлия Непомнящих. Люди, владеющие словом, должны подтвердить знание фактов и дат. Бланки печатают в гнетущей тишине. А пока взрослые учатся заполнять контрольно-измерительные материалы и отвечают на сокращенный список вопросов, нам показывают эпицентры ЕГЭ в крае. Половина оборудования – это процедура, связанная с ЕГЭ, половина оборудования – это региональная информационная система, сетевое краеобразование, там, где накапливаются оценки, электронные журналы и так далее. Это все находится здесь. Комната, полная серверов, защищена от взломов и проникновений, как физических, так и электронных. Это сюда попадают ответы. Кстати, с частью А и Б участники справились за час. Пакеты с бланками вскрывают для сканирования. Не очень корректно написано. Даже такая да, работа, всех этих блох отловить. Да, это вот работает. Вот полный класс, если там русский язык, 19 человек, ну, примерно часов... 30 русский язык, вот 19 человек будет обрабатывать. То есть очень такая кропотливая, ответственная работа. Наши участники узнали свои оценки в рамках эксперимента сразу же. Радость или расстройство оставили за кадром. В любом случае, у них с детьми стало на одну общую тему больше. Когда ты сдаешь ВПР под предметом в течение определенного времени, к 9 классу подходишь, ты можешь уже понимать, где у тебя существуют проблемы с точки зрения освоения материала. Не согласна, что надо тренироваться, а не прогуливать. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.